Подарок этот от одной из моих подписчиц. Мы с ней списались, созвонились и делали этот подарок, так скажем, не за короткое время. Я сама его не открывала, этот подарок, но я знаю, что там. Этот подарок сделала моя подписчица, она художница, она профессиональная художница. И она рисовала портрет. Сейчас мы все вместе с вами посмотрим и оценим, насколько хорош портрет. Портрет это двух человек, которые прожили 40 лет вместе. Это Светлана и Михаил. И мне будет очень приятно вручить это им обеим, потому что обоим. Да, девушки обеим. Лучше по одному. Обоим, да. Поэтому я дам Михаилу открыть этот подарок. Ага. Так как это его день рождения. Разрешение. Давайте мы. Ну что же. Ой, тогда надо встать. И надо что-нибудь остренькое. Там ножик не нужен? Желательно. А там масло или акварель? Остренькое. Но там вы катались в Советске. Там масло, да? Карандаш. Карандаш и выкли. Карандаш? Подарили Ане карандаш. Так, а цветной карандаш? А цветной или черно-белый? Дайте я сейчас вытащу вот это все. Сейчас, секунду. Да. А куда пойдем? Все замерли в ожидании. Спасибо. Смеркалось. Это подписчица из России. Где живет? Она живет в Орегоне, но она недавно приехала из России. Где живет? В Орегоне. Да. Так. Так. Художницу зовут Ольга Скороход. Вау. Она из России приехала недавно, замужем она за американцем, и живет она в Орегоне. То есть у нее с тобой много общего. Муж ну, мы с ней общались, и она очень хотела поздравить вас с днем рождения. Это было, конечно, наше. И сейчас мы все оценим. Как вы друзья? Друзья, нужна барабанная дробь. Трусы, буква Ф там. Значит, хорошие письма. Давайте снимать. Что мы делаем? Так, Миш, давай, удивляй нас, что ты дрожим от нетерпения. Прям. Да, черно-белое, все это черно-белечное. Подходящее к интервью. Да. Так, я вам сейчас не показываю. Ну, это... вот, ух ты! Да, только букву Х. Букву Х. Значит, там что-то должно быть очень хорошее. Интимное. Хорошее. Так. В рамке все это, понимаете? Не просто так, вот как некоторые. Я хочу увидеть Мишино выражение лица, когда он видит, что там изображено. Я уже? Увижу рад. Нет, я не вижу. Тут на самом деле вот картонка. Так что если вы думаете, что я вижу, то я только догадываюсь. Поскольку нам сказали, что это я и Света. То есть догадаться легко. Хорошо предупредить. Да. Да, да. Хотя уже знаешь, что словил. Какие люди. Так. Друзья, я в мужской манере раскрываю без инструмента. Я вот так раз. Раз, вроде дошло. Упало. Рановато. Я не увидел. Рановато. Миша. Ну давай, ну. Опа. Ух ты, Света. Не дали мне посмотреть. Говорят, убери все, ну ладно. Это точно Света? Слушай, хорошо. Наталья, хорошо, молодец, хорошо. Вот, передайте привет автору и исполнителю. Миша, ну поверни сюда, поверни в камеру. Оля Скороход. Я сейчас это сниму, скажи, Оля, спасибо. Оленька, скажи. Сюда поверни немножко камеру. Скажи, Миша. Очень блики это. Оля Скороход из штата Орегон. Большое спасибо. Я еще не рассмотрел толком, но я так вот только сверху. Вот, но уже впечатляет. Не, а потом красивая. Я присмотрюсь еще. Вот, и мужу ее тоже, что оторвал, можно сказать, хорошую жену из Российской Федерации. Может, пусть она ему тоже рисует. Да. Вот.
Так что, господа, я так показался, продемонстрировал. Предлагаю что-нибудь съесть и выпить. Во, давай. А картинку мы дети повесим, правда? Повесим, конечно. Повесим. Очень красивая картинка. Все, спасибо. Красиво.